Никогда не жалели о выборе профессии? У меня был период такой, когда я жалел по одной простой причине. Я не находил тот материал, который был мне интересен, понимаете? Угу. Это какой период? Их было несколько, этих периодов. Я знаю, что был период, когда вы просто уехали из России в Израиль. Да, это было с 90 по 97, но через год я уже работал в театре, я работал в камерном театре, и там мы встретились с Казаковым Михаилом Михайловичем, мы играли в одном спектакле, была постановка Морозова «Чайка», мы играли с ним на иврите там, и потом я работал в театре «Гешер» какое-то время, ушел оттуда и занимался собственными проектами. Но из профессии я не ушел. Вот если говорить о том, что я себе вставлю в заслугу, то, что экстремальные ситуации меня не выкинуло из моего любимого дела, любимого мною дела. То есть это были 90-е годы, тяжелые годы, когда многие уходили из профессии, и я счастлив, что я тогда выстоял и занимаюсь театром, вот таким театром, каким я его люблю. Когда вы говорите, что 90-е годы были тяжелыми, а при том, что вы 90-е годы провели на Ближнем Востоке, вы говорите, что они были тяжелыми для нашей страны или тяжелыми для вашего ремесла или для вас лично, вот, или для, в целом для цивилизации? Вы знаете, я даже тех людей, которые уехали, никак не отделяю от страны. Во-первых, это граждане России, которые вынуждены были выехать. И потом это была война в Чечне. Я родился в Грозном. Там оставались... У вас до 94-го года и родители ведь там... До 94-го года, да. Да, были. Поэтому это было очень сложное время, тяжелое. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».